Всех приветствую на моем канале. Продолжаем вязать мокасины. В первой части обвязали подошву, бортик связали и начали вязать носок. Продолжаем вязать вот такой вот ажурный подъем. Закончили мы на обвязке. Соединяем в две петельки. Один, два. Повернули. Вяжем вот такую вот сеточку. Один ряд. Одна цепочка. Накид. Первую вяжем рядышком, провязываем в петельку. Одна цепочка, одну пропускаем, во вторую провязываем столбик с накидом. Одна цепочка, накид. Через одну столбик с накидом. Одна цепочка, накид через одну столбик. Цепочка, накид через одну столбик. Так провязываем до края. Вязываем до края, следим, чтобы у нас получилось одинаковое количество сеточки. У меня 19. Последнюю цепочку одну пропускаем. Закрепляем. Два раза закрепляем, следующий у нас идет обвязка. Столбики без накида, в каждую по 2 обвязываем. Ниточку прячем, хвостики. 1, 2 в каждую. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Так провязываем до края. Довязываю петельки без накида. 1, 2. Один. Два раза закрепляем. Две цепочки. Начинаем вязать этот вот ряд. Две цепочки вывязали. Накид через одну. Провязываем столбик с накидом. Две цепочки, накид. В эту же петельку провязываем второй столбик.
2 цепочки, 3, через 2, 1, 2, в третью столбик без накида. 3 цепочки, 1, 2, 1, 2, 3, накид, через 2 в третью столбик с накидом, 2 цепочки, 2 цепочки, 1, 2, накид, и в эту же петельку провязываем второй столбик. 3 цепочки, 1, 2, 3, через 2 петельки в третью столбик без накида. 3 цепочки, 2, 3, накид, через 2 петельки в третью столбик с накидом. 2 цепочки между нашими двумя столбиками, которые в одной петельке. Вторую провязываем с накидом. 3 цепочки, через 2 в третью без накида. 3 цепочки, накид, 1, 2, 3, в третью столбик с накидом, 2 цепочки между петельками, 1, 2, 3, через 2 без накида. И вот так вот чередуем. Шпаргалочка нарисована. Идет у нас вот этот вот ряд, третий. Довязываю ряд. Смотрим, чтобы крайние у нас были 2 петельки вытянутые, 2 цепочки, соединяем. Один, два. Вот так вот получается. Смотрим, чтобы было правильно связано. 2 цепочки. 1 накид. И сейчас вот между этими двумя петельками вывязываем 3 столбика. Накид, провязали, оставили, накид, провязали, оставили, накид, провязали. У нас на крючке 4 петельки. Провязываем в одну, затянули, 2 цепочки. С краю делаю одну, потому что померила, и получается очень широкий подъем. Поэтому регулируем, меряем, регулируем. По краям у меня по одному листочку. 2 цепочки. Это вот, которая у нас была без накида, в нее провязываем
одну петельку с накидом, 2 цепочки, следующую вяжем накид, накид провязали, оставили, накид, накид провязали, оставили. Третий раз накид провязали, получилось 4 петельки в одну, 1 цепочка, накид, второй листочек делаем, провязали, накид, накид провязали, накид, накид провязали. 4 петельки закрепляем в одну цепочку, делаем третий листочек, накид провязали, оставили, второй раз провязали, оставили, третий раз накид провязали и 4 петельки, 4 петельки соединили, 1 цепочка, так вот получается 3 листочка объемных, 1 цепочка, и вот в эту вот в одну, которая у нас была без накида, вывязываем 1 столбик, 1 цепочка. В следующую вывязываем 3 листочка, накид, накид провязали, оставили, накид, накид провязали, оставили, третий раз накид провязали и 4 петельки соединяем, 1 цепочка, второй листочек, накид провязали, второй раз накид провязали, третий раз накид провязали и 4 цепочки, петельки соединяем в одну, 1 цепочка, третий листочек, накид провязали, оставили, накид провязали, оставили, третий накид провязали и 4 петельки соединяем одной, 1 цепочка, 1 цепочка, 1 столбик провязываем в петельку без накида, 1 цепочка. В следующую вывязываем 3 лепесточка. Продолжаем вязание. Крайний листочек у меня получается 1. Довязываю его. Закрепили. Крайнюю свяжу столбик с накидом. Закрепляю 2 раза. 1, 2. Вот так вот получились листочки у нас. Дальше вяжем сеточку. Идет у нас сетка. Вот эта вот сеточка. Одна цепочка. Накид. И вот в этот листочек
делаем сеточку. Накид. Столбик, одна цепочка, и делаю столбики между листочками, цепочка, накид между листочком, цепочка. Следующую провязываю этот наш длинный один, который столбик в него. Одна цепочка между листочком. Цепочка, накид между листочком. Одна цепочка в эту длинненькую один раз. Одна цепочка между листочком. И вот так вот вяжем до края. Смотрим, чтобы у нас получалось одинаковое количество. У меня здесь 21. Таких дырочек, и здесь 21. Регулируем последнюю одну цепочку. Когда у нас идет сеточка, закрепляем через одну петельку, через одну. Затянули. Один раз. Смотрим, чтобы одинаково было. Немножко тут надо меньше убавлять. Регулируем, смотрим. Дальше обвязываем петельки без столбиков. В каждую по 2 петельки без столбика. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Провязываем до края. Довязываем петли без накида. Закрепляем 2 раза. 1, 2. Повернули. Дальше в каждую провязываем без накида. Еще один ряд без накида. Вяжем до края. Довязали ряд без накида. Закрепили. Я закрепила один раз, немножко вперед убежала этот край. Тоже регулируем. Ничего страшного тут нету. Следующий ряд идет под петельку. Обвязываем без накида под петельку. Под петельку. Под каждую петельку обвязываем. Под петельки.
вот петельку. Обвязываем до края. Довязываю вытянутые петельки. Закрепили. Два раза. Одна цепочка. Вяжем сеточку. Накид. Рядом вот сюда. Провязываем столбик с накидом, цепочка, накид через одну, ввязываем столбик, цепочка. Накид, через петельку ввязываем столбик. Одна цепочка, накид, через петлю ввязываем столбик. Так вяжем до края. Довязываю сеточку. Через одну закрепляю. Получилось больше дырочек, так как у нас петельки прибавились. У меня получилось 23 дырочки. Обвязываем без накида. 1, 2, 1, 2. Каждую по 2 петельки без накида. Провязываем. Довязала ряд без накида. Один раз соединила. Повернули. Провязываем каждую петельку. Столбик без накида. Столбик без накида. Провязываем до края. Довязала петельки без накида. Один раз соединила. Дальше мы вяжем вытянутые столбики, петельки, обвязываем прямо нашу сеточку. Такие длинненькие получаются петельки под сетку. Один, и два, один, и два. И вяжем вот так вот до края. Петельки не стягиваем. То получится у нас очень тут вот жесткая. Вяжем слабенько. Не забываем подписываться на мой канал и ставить лайки. Вяжем до края. Довязываю длинные петельки. Закрепили.
еще раз закрепили, вытянули петельку, обрезаем, затянули. Приступаем к нашей пятке. Пряжа Ярнард, 55% хлопок, 45% акрил. Находим серединочку на пятке и вот так вот отсчитываем, как и вот на этой у меня. Раз, два, три, четыре. Вот оно, начало. Раз, два, три, четыре. Отсчитываем от серединки четвертую. Один, два, три, четыре. Начинаем пятку. Первый ряд вяжем без накида. Прячем хвостик сразу же. От серединки точно так же. Раз, два, три, четыре. Вяжем это сюда. Столбики без накида провязываем в каждую петельку. Так, раз, два, три, четыре. Последнюю закрепляем. Раз, два, три, четыре. Повернули. Первую не провязываем, во вторую начинаем под петельку, в петельку, под петельку, в петельку. Точно так же, как мы на носочке вязали, чередуем под петельку и получается ровные зубчики, петельку, под петельку, петельку. Под петельку, петельку, под петельку. Петельку, под петельку, петельку, под петельку, петельку, под петельку, петельку. Под петельку,
На пятки мы обязательно провязываем наш предыдущий ряд, откуда начинался. Обязательно его провязываем, чтобы пяточка у нас не упала вперед. Вот. Делим оставшиеся петельки на три части. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. На три части добавляем, соединяем 4 петельки. 1, 2, 3, 4. И смотрим сейчас, где вот у нас зубчик торчит вытянутый, мы в нее будем в петельку вязать, рядом под петельку, петелька под петельку, петельку. И вот так вот высчитываем петелька под петельку, петелька под петельку. И вот у нас зубчик рядом сюда петельку. Начать тяжело, потом уже зубчики будут видно. Сюда петельку. Сюда петельку. Вот петельку. Петельку. Там вначале плохо видно, но потом дело пойдет. Еще на темном плохо показывать. Вот у нас длинная петелька, которая зубчики торчат. Мы провязываем сверху в петельку. Под петельку. Длинный зубчик в петельку сверху и чередуем зубчик сверху, провязываем рядом под петельку, зубчик сверху, и вот так чередуем. Самое главное сначала вывязать, а там уже будет хорошо видно. Зубчик сверху. Рядом под петельку. Зубчик. Сверху. Обязательно провязываем на пяточке, откуда начинался предыдущий ряд. 5, 4, мы же поделили количество петель на 3, соединяем в 4 петли. И высчитываем, опять смотрим, где у нас с этой стороны тоже видно, вот длинненькая, под петельку, в петельку, под петельку, в петельку, под петельку. Первую не провязываем,
под петельку, петельку, под петельку. У нас уже с этой стороны даже видно длинные зубчики. Значит, провязываем ее в петельку. Рядом уже видно, вот есть дырочка под петельку, зубчик в петельку. И так вяжем, добавляем у меня по 4, добавляем 3 раза, вот 4, потом здесь 4, довязываем до носочка. Довязала до подъема, получилось 1, 2, 3, 4 зубчика. Довязала. Сейчас будем соединять с подъемом. 1, 2. И точно так же продолжаем. Эти две не провязываем. Смотрим, где у нас зубчики. Зубчик тут нету. С края. Зубчик провязываем. Смотрим под этим зубчиком. Зубчик нету. То есть тут нету первого. 1, 2, которые соединительные, их не провязываем. Зубчик в петельку, зубчик в петельку. Уже рисунок видно, то уже легче вязать. Зубчик в петельку. Провязываем до края. Довязали до края. Соединяем 2 раза. 1 и 2. Поставлю войлочный следочек. Кожа-то уже потом. Кожаный легко вставляется. Использую я под низ войлочного, очень мягенькое такое. Ноги очень мягко, хоть и летом оно не ощущается. Потому что сверху или такую какую-нибудь из ткани или кожаную. Так, соединили 2 раза. Те соединительные мы их не провязываем. Вяжем дальше. Так, сейчас посчитаю, сколько рядов нужно связать, сколько зубчиков получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Конечно же, будет меняться, это на 39 размер, то большие. Если там на 37, то высота будет, соответственно, меньше. Нужно мерить, смотреть по ноге. И вот так вот вяжем, чтобы у нас тут получилось 6 зубчиков. Прибавляем, закрепляем в каждом ряду за 2 петельки. Довязала нужное количество рядов. По бокам получилось по 6 зубчиков. Сзади 9. Соединяем. 1, 2. Одна цепочка. Вяжем сеточку. Первую вот сюда, вот в первую.
петелька с накидом, одна цепочка через одну, столбик с накидом, одна цепочка, накид через одну, провязываем. Одна цепочка, накид через одну, провязываем. Вяжем сеточку до края. Довязали сеточку, соединяем, повернули. В каждую провязываем 2 без накида. Один, два, один, два, один, два, два. Провязываем до края. Довязываем петли без накида. Соединяем один раз. Провязываем каждую петельку без накида. Провязываем до края петельки без накида. Вязала петельки без накида, соединяю 2 раза. Почему там 1, а тут 2? Просто считаем количество дырочек, чтобы совпадало с нашим первым экземпляром. Поворачиваем, обвязываем под петельку. Под каждую петельку обвязываем. И так обвязываем до края под петельку. Довязали вытянутые петли, соединили. С изнанки вязали, поворачиваем, закрепили, осталось нам последний ряд, эти перевернутые петельки связать. Одна цепочка, протягиваем. 2 провязываем. Первая тяжело дается. Дальше пойдет. Цепочка. 1 цепочка. Вытягиваем. 2 провязываем. Цепочка, вытягиваем, 2 петельки провязываем, цепочка,
петельку, вытянули, две петельки вместе провязали, цепочка, петельку захватываем, две вместе провязали, цепочка, две провязали. Цепочка, петельку провязали. Так мы обвязываем весь ряд. Заканчиваю последний ряд зубчиков. Не забываем подписываться на мой канал и ставить лайки. Вот и последняя петелька, которая не хочет выходить. Обрезаем, прячем хвостики, стельку мы ставим, она легко вставляется, ее не обязательно приклеивать. Вот такие вот получились мокасины. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.